я пришла в DJ Max примеряться. Классная такая штука. Вообще супер. Штанцы, юбчонки. Пошли. Нормальная длина. Похоже на беременную черепаху. Нет. Хорошо, вот такая дыра торчит. Ни туда, ни сюда. Хороший свитерочек. Чуть-чуть коротковат рукав, но, собственно, можно носить и так. Там тоже какие-то белые блямбочки. Классная, классная такая голова. Маечка прямо моя. И рукавчик мой, и все мое. И прямо все по мне. И вырез мой, все просто замечательно. 40% скидка на все эти цветы. Ой, ландыши увидела. Мы ходили в горы, собирали ландыши. Ну, прям грех не купить. Но с другой стороны, ну, какая сказка. Боже, как они пахнут. Стоят $10 минус 40%. Ладно, пошли дальше. Я хотела посмотреть, я не помню, или здесь когда-то продавалась ткань или нет, потому что в Джоэни продается ткань, и в Хобби Лобби тоже продается ткань. Посмотрим. Моя обалденная глициния. У нас в Ялте, боже мой, это просто заросли глицинии. У нас во дворе было дерево такое, глициния переплетается вся. То есть там... как ствол такой вот весь такой закрученный, перекручен. Тоже как она пахла, замечательно просто. Ты, конечно, научились делать, но вообще не отличишь от настоящих. Тут можно заказать себе рамки всякие, какие нужны. Пошли опять-таки для художников любые краски, холсты, все что угодно. Нитки для вязания. Вот ткани, по-моему, вот они все краски их перенесли. Да, краски там. Ладно. Так, нет, ткани нет. Здесь ткани нет. Я помню, что тут ткани не было. Но, тем не менее, пришла все равно. Итак, мулине, какие хочешь. Когда-то вышивала мулине тоже. Ой, не достать же было. Не было ж? Ничего этого не было. А сейчас, пожалуйста, наши руки не для скуки. Делай, что хочешь. Да. Ленты, конечно, бери и делай. Получается вот 6,5 сантиметров ширина, 2,74 длина ленты. Пожалуйста, любая лента. Это берешь любое платье, просто пришиваешь, пристрачиваешь, либо приклеиваешь, либо как угодно. И получается просто абсолютно, как сказать, новая одежда. Она вот такая плотненькая. Здесь кусочки ткани какие-то, вот. Я не знаю, для чего они. Сейчас я пока брошу, пусть полежит здесь. Ой, какая красивая, прям красивая. Это что такое? Такая ткань тоненькая совсем. И сколько она стоит? Почему так дорого? $24. Это extra wide ribbon. Это очень широкая, та же самая лента, только широкая. И стоит она $24. Это шире, та же длина, та же ширина, чем вот эта. И стоит $4.99. Больше, чем в два раза. В 2,5 раза дороже. Michaels. The Art and Craft Store. Пошли в Home Depot. Еще раз показываю мою краску, которую я красила, заборы, которую я крашу, мебель. Вообще все, что... Это самая лучшая краска. Очень хорошо ложится и практически, ну, как бы не с ней. Я даже крашу маки вот на ткани. И вот она, эта краска. Я сейчас куплю черный, да, глаз бак. Блак, господи, блак. Что я мне заговариваюсь? Черная краска мне нужна. Плинтуса покрасить. И все. Перчиком я все-таки сделаю фаршированную, так получится. Сделаю 5 больших перчинок, пошли дальше. Бананы нужны мне. Бананы. Видишь, цена ваша, вот 59 центов. А где пакетики наши? Я обожаю вот этот желатин, просто обожаю. Такая вкусняшка. Мне его хватит раз на 5 поесть. В морозилке. $4 стоит.